А я хочу пригласить на эту сцену представителя фракции поэтов, которая, так сказать, близко к нам. Михаил Зверев. Ну, он сам все скажет. Ну, ребят, не все же самих себя поздравляют с праздником. Должен же кто-то, так сказать, со стороны, из параллельных, так сказать, структур. К тому же сегодня параллельные структуры – это энергетики. Сегодня день энергетика, как известно. Поэтому два таких шикарных праздника. Поэтому вот такое поздравление. Совпадение, не эклектика. День бордов и день энергетика. Совпадение тем чудесней, что энергия вашей песни согревает, как гигакалория. Вот такая вот аллегория и такая вот диалектика. Поздравляю с днем энергетика. Ой, ошибся, с днем бардовской песни. Но ошибка-то интересней. Оговорочки той по Фрейду. Поздравляю я ему среду. И восток, и парус, и примус. Сам меридианом прикинусь. Заблудился в городе мастеров как-то раз посреди дворов. Да, но спасли меня, отыскали. Чуть гитарой по тыкве не дали. Нет, шучу, обошлось без этого. Примите поздравления поэтова. В этом образе, в этом разе мы родня, вы надстройка, мы базис. И живем мы, стихи наши сверя. Всем привет, вечно ваш Миша Зверев. Ну вот видите, как все просто. Вот афиши, имена, фамилии. Миша пришел, сказал, у меня есть стих. Все, Миша на сцене. На самом деле, в этом и главное, что все мы просто настолько близки друг к другу, что вот там вот люди в трансляции говорят, а у вас не тянет интернет, то звук, то картинка. Друзья, если бы вы видели стены, вот здесь вот, вот стены, вот там Нева, вот просто 30 метров и Нева, но стены. Мы делаем то, что можем, но при этом не обращайте внимания, ну, на самом деле, вы сейчас с нами, а мы, конечно же, снимаем на Bards TV, и Володя снимает, и еще есть съемки, и, конечно же, этот концерт можно будет посмотреть в лучшем качестве. Сейчас самое главное, что мы все вместе ровно сегодня в этот прекрасный день.